Привет, друзья! С вами Охренеон, это игра Альбион. В общем, сейчас я проверяю мнение Дэви Джонса о том, что соло подземелья в черных приносит гораздо больше прибыли, чем раньше, и то, что сейчас гораздо профитнее их фармить. Сейчас, на данный момент, я зафармил первый зеленый сундучок, с которого мне выпало вот что. Ну, да, мега лут. Посмотрим, что будет дальше. И как это будет дальше выглядеть. Ну, что-то мне уже подсказывает то, что нифига хорошего с этого не будет. Я специально обнулил счетчик серебра, чтобы досконально изучить о том, сколько приносят профита солдники. Именно даже то, что я собираю с мобов, я обязательно фиксирую. И потом это все будет ясно и видно. Все напрямую. Без всяких посредников. В общем, я даже чищу вот эту вот шляпу. Ловушки. Я даже их защищаю. Чтобы получить максимально выжатый профит с этой всей затеи. Да, у меня прокачка слабоватая, поэтому я медленно проношу сольники. Но суть-то не в том, чтобы быстро пронести сольник. А суть в том, чтобы именно посмотреть на профит этих сольников. Пятый сольник, повторяюсь, черная лока, окрестность возле портала. Собираю все, пылесошу все вообще подчистую, для того, чтобы выяснить, действительно ли Дэвид Джонс прав. Хотя, если честно, мне кажется, что Дэвид Джонс слегка преувеличивает, даже не то, что слегка, совсем преувеличивает в своих доводах. Вот это, если честно, мое изначальное мнение о его доводах. Просто мое мнение такое, что ему не о чем было выпустить видос, и он выпустил какую-то там ересь. В том, что, видите ли, сломает экономику сольники. То, что, видите ли, там вообще все будет охуенно. Фармите, люди, сольники, там мега лут, мега профит. Ну, смешно же звучит, просто смешно. Я не знаю, но, по-моему, опытные игроки в Альбион 100% скажут, что это все фигня, вот если честно. Вот опытные игроки, скорее всего, так и скажут. Не могут сольники приносить мега лут. Не могут. Изначально они запрограммированы на то, чтобы лута было тут посредственно, чтобы в групповых было гораздо больше. Вот, фиолк. Видите, фиолетовый сундук даже. Это не простой там синий, блять, а фиолетовый. С него должно выпасть миллионы, триллионы мегалута, по идее. Вот не знаю, насколько это правда. Выпадет ли триллионы мегалута? Вот он. Банши. Мегабосик. Так. Ой-ой-ой. Больно сейчас будет. Больно прикурило. Ну ничего. Мы эту ведьмочку сейчас накажем за ее, наверное, поведение. Откинем себе немножко хп. Дадим еще кьюшку. Опа, опа. Молодец как. Молодец, бьет больно. Молодец. Сейчас мы повесим еще стачок. Два. Черепочек ей в довесок. И еще. И еще. И она уже полумертвая. Вот так вот. Ну, сейчас будет ответственный момент. Открытие сундука и... Лута на 21 тысячу. Охуенно. Ну, плюс 30 тысяч по сундукам. Ну, что я могу сказать? Мега лут. Просто, вообще, просто, ну... Ну, бля, я такого лута никогда в жизни своей не видел. Вот, если честно, вот, просто я не видал. Это до невозможности охеренный лут. Вот, действительно, вот...
Охуенный лут. Вот, блять, буду. Так что, что я могу сказать по поводу доводов Дэви Джонса? Ну, все это фигня, Дэви Джонс. Братух, ты если выпускаешь видос, ну, видосик свой, то сам проверь его, пожалуйста, на правдивость. А то он, видите ли, прошел там какой-то данжик, ему там сыпануло. Вот, фиолетовый сундук. Вот она. Сколько профита? Ну, 1050 максимум. Ну и что? Это прям мега профит. Мега лут. Двухэтажный данж. Да. В общем, кому понравился видео, ставим лайк. Кому не понравился, дизлайк. Пишите комментарии по этому поводу. Я буду очень рад их послушать, то есть прочитать. Ну, в общем, всем пока-пока.